цветов полевых, чтобы аромат лета всегда был рядом, чтобы вот... Они очень нежненькие. Мои любимые. Да, да, да. Я вот хотела подарить ее, вот, что я сейчас и делаю. Все. Лен, ну если откровенно, мы с Игорем не пропускаем ни одной выставки, ведь все-таки я как искусствовед имею действительно честь рассказать о твоей живописи. Недавно была очень интересная выставка в Манеже. Лена представила свои работы под общим девизом «Мосты». У Лены есть чудесные, вы видите, живописные полотна, это цветы. Она действительно необыкновенно талантливый художник. Художник с большой буквы. И жена очень талантливая. И я хочу, чтобы, Леночка, если известна дата и место следующей твоей выставки, может быть, ты объявишь нашим друзьям. Да. А если, наверное, нет, то тогда через нас через будете нас узнавать. И с удовольствием пойдем все вместе таким дружным коллективом, как сегодня собравшийся в этом зале. Елена Краснощекова. Спасибо, спасибо, Леночка.